Ну что ж, действительно, насладились красотой в предыдущем проекте «Лица улиц». Теперь переходим, также, в принципе, продолжаем тему красоты, а точнее грамотного ухода за собой с помощью профессиональных средств, которые позволяют нам оставаться молодыми и свежими. В общем, пришла весна, хочется обновлений, хочется красоты. Именно поэтому у нас в гостях сегодня бренд-менеджер «Верика Косметик» Татьяна Караман. Татьяна, доброе утро. Здравствуйте. Ну вот действительно, повод такой, что весна, и ну уж женской части наших зрителей уж точно хочется, ну, я думаю, что мужчины также присоединяются, хочется выглядеть молодо, хочется выглядеть свежо. Конечно же, мы начинаем менять содержимое своих косметичек. Конечно же, полочка со всякими кремами, лосьонами, шампунями, все это претерпевает изменения. Вот хочется понять, куда направить свои, ну, скажем так, взгляды, да, то есть какие предпочесть средства после вот этого самого, ну, скажем так, неприятного зимнего периода, когда наша кожа, волосы, все пострадало. Да, действительно, зима была очень долгой в этом году, и все мы потерпели, особенно женщины. И особенно потерпели наши личики, ручки, да, и волосы, да. Проблема обезвоживания, обветривания, секущих кончиков волос доставляет немало неприятностей, но, конечно же, решение есть. И Верика Косметик именно для этого и работает, для создания новых продуктов, которые приносят или возвращают красоту нашим женщинам. Значит, мы работаем по параметрам увлажнения, питания и ухода за волосами. То, что сейчас как раз очень-очень нужно, вот сейчас вот этот весенний период. Все нуждаются. Вообще, я знаю, что девушки мечтают, чтобы как можно было меньше, так скажем, самих средств, но чтобы они выполняли как можно больше функций. Так скажем, есть ли какие-то средства, которые можно вместить в одном флакончике, да, допустим, либо двух-трех, чтобы не таскать целую сумочку с различных средств. Волшебства захотел? Да, волшебства. И больше места в шкафчике. Да. Ну, я думаю, что Верика Косметик в этом смысле может даже похвастаться своей последней разработкой. Это крем для лица, который называется Верика Спирулина. И здесь ключевым ингредиентом является препарат Биор. Это препарат, который был разработан у нас в Академии наук, в Институте микробиологии. Это биологически активный экстракт из спирулины. И я думаю, про спирулину все знают. Это биологически активная добавка, ее используют и в качестве источника нутриентов, витаминов, минералов. И вот из нее был выведен этот экстракт, который Верика использует в этой серии косметики. И я начинала свой рассказ с этого крема для лица, который работает по нескольким параметрам. Значит, он очень хорошо увлажняет лицо, насыщает кожу глубинно питательными веществами, минералами, и также обеспечивает легкий лифтинг лица. То есть мы получаем такой комплексный уход, хотя, казалось бы, это одно средство, хотя, которое, да, позволяет вот настолько многогранно, да, позаботиться. Абсолютно. О себе. Но это очень интересно и действительно полезно знать. Татьяна, вы как человек, который работает в этой сфере, наверняка знаете, может быть, по крайней мере, приблизительно знаете секрет идеальной кожи. В чем он состоит? Ну, я лично считаю, что все-таки настоящая красота найдет изнутри. И тогда, когда человек спокоен, когда он правильно питается, когда он следит за качеством воды, которую он пьет, за сном, тогда внешний уход, он только добавит такие финальные штрихи ухоженности и здоровья. И вот в этом смысле Верика разработала также и другие продукты, которые обеспечивают уход и для волос, и для тела, и для рук. Почему же нет? При этом, конечно же, большинству покупательниц сложно разобраться, да, что предпочесть, что действительно сработает. Вот, может быть, какие-то ваши подсказки, да, на что обратить внимание, опять же, даже читая состав, потому что сейчас же есть такая тенденция, что, ну, в общем, косметика с натуральными ингредиентами, да, вот она считается, действительно помогает, действительно качественно влияет на видоизменения, то есть кожа, волосы, вот, да, что-то вот об этом интересно узнать. Я считаю, что когда человек идет покупать косметику, первое, на что он должен взглянуть, это на состав данного продукта, отдавая предпочтение натуральным экстрактам.
натуральным ингредиентам. И вот это именно та сфера, в которой Виорика развернулась и показала себя во всей красе. Потому что мы работаем с натуральными маслами, с эфирными маслами, мы работаем с экстрактами из трав и растений, которые растут у нас в стране, в экологически чистых местах. И, конечно же, немаловажно взглянуть все-таки на срок годности, давая предпочтение продуктам, у которых срок годности до 2 лет. Не более 2 лет. Не больше. Более 2 лет. 2 года считается оптимальным сроком годности. И это как раз связано с тем, что наличие натуральных компонентов, да, потому что наверняка поэтому он ограничен сроком. Абсолютно. Годами, да? Да, конечно. Татьяна, могли бы немного еще более подробно рассказать немного о уходе за волосами, потому что мы начали эту тему обсуждать в начале беседы, так как немножко прошли мимо. А есть ли какие-то средства, которые могут восстановить волосы после вот этого сложного периода? И мужские, и женские волосы. Наверное, больше мы говорим сегодня о фениях дамах, но, может быть, есть ли для мужчин у вас какие-то серии и шампуни, которые помогают? Ну, вам, по всей видимости, проблема. У вас проблем с волосами нету. Но я думаю, что все-таки нужно начинать с корней волос. Нужно обеспечить питание волосам. И вот у нас на Виорике есть такой замечательный спрей для волос. И в него входят натуральные экстракты из 3 растений, которые, ну, все знают, что они работают именно для продления жизни волос. Это экстракт из деодорированного лука, это экстракт из хмеля и экстракт из лопуха. Казалось бы, те самые маски, да, известные еще бабушкам, которые рекомендовали. Да, 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 абсолютно, абсолютно. И вот что мы делаем на нашей фабрике, это мы берем то старое, забытое, хорошо забытое, давно забытое, и мы это все приносим обратно, но уже в более эргономичной, удобной упаковке. И тем самым все-таки давая людям то, что им надо. Значит, вот этот спрей, но все-таки нужно и хорошее очищение волос. И вот у нас есть новая линейка, абсолютно замечательная. Она называется Виорика Грейпс, где название говорит само за себя. В состав этих шампуней входит масло косточек винограда, которое, опять же, очень питательно, оно очень хорошо выравнивает по длине волос. Также этот шампунь есть и в бессульфатном варианте, и также можете здесь найти шампунь против перхоти. Ну и для полноты серии бальзам и маска для волос. В общем, телезрители, я думаю, уже должны составлять список того, что действительно можно приобрести для того, чтобы позаботиться о себе, а кому еще это делать, как не нам самим. Татьяна, я вот, может, завершая нашу беседу, хотел еще знать, вот я вижу, что в то же время, несмотря на то, что Виорика Косметикс, она как бы двигается, эта компания, в ногу со временем, тем самым вы используете какие-то технологии, которые были знакомы нашим бабушкам еще давно, но специалисты, конечно, все это меняют, что-то добавляют, поэтому сегодня все эти средства, они, конечно же, современные и подходят для многих наших телезрителей в том числе. А как сегодня меняется еще в 2018 году вообще индустрия красоты? Есть ли какие-то новые тенденции, вени, за которыми вы следите, которые вы продвигаете в нашей республике? Может быть, есть какие-то новинки, которых еще наши телезрители просто, может быть, не знают, не слышали? Ну, наш подход таков. Мы верим в силу природы, и мы возвращаемся к истокам. И мы черпаем наше вдохновение в самой природе, в особенности в природе нашей страны. Потому что наша земля действительно богата очень многими травами, растениями. И вот мы их перерабатываем для создания... Большая часть ингредиентов этих всех средств — это растения, которые растут в нашей республике. Да, это лечебные, полезные растения и травы нашей страны. И, конечно же, здесь немаловажно то, что у нас и научный подход к нашим продуктам, то есть много продуктов были разработаны в партнерстве с учеными Академии наук Молдовы, за что мы им, конечно же, очень премного благодарны. Ну, за что, конечно, вы перечисляете, за что и ценят вот этот бренд. Все-таки в нашей республике эту косметику знают, ею пользуются, потому что она дает действительно результаты. Ну, вот я хочу сказать сейчас нашим телезрителям, что у нас есть продукты Виорика Косметик здесь на столе, и они не просто для того, чтобы мы с вами полюбовались, а для того, чтобы кому-то эта корзина досталась вот сейчас весной,
в подарок для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, где она будет разыгрываться, вам нужно будет зайти на нашу страницу в Фейсбуке. Страница называется «Утро на СТС». Там будут описаны условия, вам необходимо будет поставить определенные отметки «Нравится», также поделиться публикацией. Ну и потом случайным образом будет выбран победитель, и я очень надеюсь, что будет очень много желающих, вот кому-то повезет, кому действительно этот подарок очень нужен. Да, вот один из таких вот элементов, который будет в этой корзинке, это крем для рук, да? Крем для рук. И, Денис, давайте мы с вами его... На моих руках хотите поэкспериментировать? Ну, давайте, давайте. И вы можете рассказать, что вы чувствуете. Давай, давай, мне прям наше интересно. У меня опыт на использование крем для рук небольшой, поэтому я... Но нежный. Увлажняет. И пахнет приятно. Да, да, очень ненавязчивый, легкий это запах. Дневной для, крем, да? Это универсальный крем для рук. Да. Он активно питает, увлажняет и имеет легкое заживляющее действие. Тоже да. Заживляющее. После долгой зимы. Ну, я думаю, что мужчины тоже должны за собой следить и ухаживать. Конечно и же. Этот крем для рук я, может быть, тоже поучаствую в конкурсе. Но, конечно же... Тебе не достанется. Я шучу, мне, конечно же, ничего не достанется, но будем иметь в виду. Татьяна, огромное спасибо, что вы встретили утро, это утро вторника вместе с нами и рассказали о этих прекрасных средствах по уходу за кожей, за волосами, от Велика Косметикс. Да, конечно, процветание компании, потому что действительно спасибо вы делаете большое. Очень важно, потому что вы используете наши родные, вот скажем так, растения, да, для того, чтобы делать наших женщин и мужчин красивее. Да, да, это здорово. Но вы не забывайте про конкурс, который у нас будет действовать на Фейсбуке. Эта корзина от Велика Косметик может достаться именно вам с всеми замечательными подарками. Ну а мы продолжаем нашу программу. Оставайтесь с нами.